Вот сегодня у нас какое? Четвертое? Наверное. А? Не знаю точно. Ну, короче, так, октябрь 2023 год. И вот здесь у Саманного убираем морковку. Вот я прошел, прокопал. А дядя Вова вот ее обламывает, готовит. Вчера там он большая такая трасса, вот отсюда вот. И он почти туда, до конца, за горб. Вместе, ну, взрослые, говорю, большие, более-менее. И мелочь, морковь, где-то 16 мешков, если по 3 бедра. Ну вот, считай, умножай. Так сколько удовольствия-то здесь работать. Ты пропотеешь. Взяли арбуз, арбуз тут разрезали, съели. А вот как рядом березки-то. Ну, золотая осень Левитана. Вот все здесь. Сейчас пойду, вон там видно далеко. Недалеко так, но капуста. Качины накатываем. Потом, может, видишь, как вровень выкладывает их, а потом уже тут изморозь-то уйдет, как матушка бывает приходит, а обломать надо. Это участок Надежды Васильевны, наверное, не проредили. Не проредили она, как и в прошлом году, такая же мелочь. А где отдельно растет, ее сразу заметно, она крупная. Я вот смотрю, как Роман строил, все прахом пошло. Почему? Ну, почему? С Украины, патриот, то есть беснование. Причащался через неделю, полторы-две, батюшке говорит, ты не настоящий там. И вот. Ну и дальше уже, конечно, и России эта земля не принадлежит, и Путин не президент, ну и поволок. Надо прописываться, он никак. Обещал, я пропишусь. Ну, надо, чтобы гражданство дали. Мастер, мне очень нравилось, работали вместе. Тут тополя, целая роща самаленькая. Он один и все порезал. Что не скажешь, все умеет. А тут наручники на руки и до свидания. 5 лет сюда нос не заглянет. Ну и все, тут контейнера его большие были, в которых жить можно. Все распродал, уже после него тут, видимо, деньги выслали. И все. А вот это стоит. Еще он тут склад какой-то делал себе. Рядом провода идут. Провода идут, это вот так вот. Вот столбы. Вон там видно столбы. А куда они идут? А вот на этот пруд Камагориха, лагерный пруд. А там лагерный огородчик был поливать. Качали в лагерь сам. Там все поливали. Здесь еще не жить-то было. Радуйся, благодари Бога. Две жены было, сколько, все еще не ладится. И, ну, неправильно это. Надо, как спросили старого тут, говорит, человека где-то, сколько вы прожили с бабкой? То он назвал там 60 с лишним лет. И не разошлись. А нет, говорит, мы жили в такое время, когда приборы, которые испортились, не выбрасывались, как примус был, его ремонтировали. Так и человека, над ним работать надо. А это показывает свою глупость. Вот так. И дядя Вова развернулся с этой стороны. Ну все, пошел с свеклой воевать. Свекла хорошая, красная. Вот сейчас я пойду возьму вилы свои. Вилы хорошие, широкие. Вот он как. Это вроде 4 ряда. Это все Надежда Васильевна. Вот считай, сколько она. Я говорю, я отдельно сделать, чтобы она чувствовала себя хозяйкой, как моя мама. Она всегда у сына жила, Павла, в моем родном брате. И, ты, Павел, дай мне какую-нибудь грядочку, я что-то посажу. Мам, да хватает все. Нет. Это чтобы мое было. Я же поеду, а там у батюшки Николы, у него, ну, надо помочь. Там бабушки, у которых ничего нету. Володя, а здесь еще морковь. Морковь еще. Копать ее? О, а вот свекла.
Это сегодня мы должны убрать. Свекла. Так она идет туда. Это морковь. Вот она, грядка одна. Все. Вот я показываю, какие вилы. Вот 4 рожка, широкие. Как приятно здесь работать. Аппетит хороший. Болеть тут не приходится. О! Это рядом сосед. Работяга. Вот эти круглые рулоны накапливают. Вот это сколько? 150 свободно можно здесь, да закрыто. Что ж тут не жить-то? А вон там, где у Кулынды, там степи, там еще нету. Приезжают, покупают у кого-то. А этот воду подняли тут, и ветла засохла, вся по берегу засохла. Она любит воду, но не и так. Все на этом.